Так, парни, всем привет! Сегодня, как вы можете видеть из названия, будет видос посвящен кастингу, как я вообще к этому пришел, как я выбирал, как что. Расскажу свои мысли человека, который вообще в первый раз взял там, я не знаю, буквально я 2 часа покидал, и расскажу вот прям горячие свои впечатления. Короче, начнем с того, что как-то осенью мы ловили щуку там, ну, Ильич там кидал свои эти джерки, огромные ножки от табуреток. А у меня какая была уже задача, и подходило все к тому, что у меня легалис мой вот этот, ну, он и так хрустит там, сколько лет я им ловил. Я такой смотрю, все вот начинали говорить о том, что там мульт, он как ни крути круч, там, в твичинге, вот в интернете все говорят, что, типа, твичинг это вот именно с мультом воблеров. Плюс я такой думаю, ну, куплю я какую-то мясорубку себе опять, ну, и так же и убью, потому что я там кидаю, ну, и джиг кидаю одной катушкой, и воблеры крупные. Я такой что-то на выставке Тику покрутил и взял себе такой лот с гриндером. Гриндер, кстати, это топовая флагманская серия удилищ у Nautilus. У нас есть уже в безинерционном, да, у тебя? Да, у тебя до скольки здесь грамм? Это унцовик. А 7, у меня, по-моему, 7, чуть 2, поменьше. 21 грамм. Да. 7,28. Ну, такая. Это чисто твичевая линейка, вот ничего кроме. И думаю, вот под воблеры самое оно, там, начиная от таких от 10-граммовых где-то, плюс-минус там и пойдет, вплоть там до 130-х, и поехали. И катушку взял, самое главное. Вот каковы мои первые впечатления, когда я вообще мульт взял в руки-то? Я вообще не знаю там, но я посмотрел, конечно, теоретически, как, какие-то там, какую-то базу материала. Наматываю шнур. И такой не понимаю, что происходит. Шпуля проворачивается. Я такой думаю, ну что-то не так-то идет. Зажал, сделал пару витков, накрутил. И потом я только разобрался, что у меня фрикцион, короче, разжат. Это первое. Второе, вот никто даже не говорит, я комментарий где-то под видосами читал, что никто не упомянет даже о том, что кнопку надо нажимать, когда забрасывать. Вот там, знаешь, вот уже... кажется глупостью, вот но я тоже, да. Чувак, вот какая-то вообще такая мелочь глупость. Там кто-то кидает, а когда, как правило, ну, ты смотришь видео, и чувак забрасывает, там непонятно, ты вообще не видишь, нажал он кнопку или нет. То есть, и люди реально в комментариях такое писали. Я-то, конечно, потом разобрался, там поставил все уже с тормозами, впек сюда шнур какой-то, самый вообще дешевый галимый бэкинг, я не знаю, 200 там что-то, 250 он рублей стоил в магазине, очень толстый, так как мне, ну, сказали, так и так там, ты чем толще, тем лучше. А, кстати, вот отдельные еще советы были по поводу, что вообще монку поставь на первое время. И чем-то это удобнее. И люди, кстати, знает. Мне несколько человек советовало, в том числе я спрашивал и опытных там мультоводов, которые только кастингом ловят. Они говорят, ну вот, чтобы посмотреть, что к чему, купи 0,28 шнур, ой, не шнур, монку, там потом посмотришь, плюс-минус. Потому что, ну, монка-то она имеет растяжимость свою, все-таки амортизирует как-никак, в отличие от шнура. Но я-то такой думаю, да что... Мы-то все-таки шнурами всю жизнь ловим, что я там, какой-то лошок, поставлю монку себе. Взял шнур. И вот первое, что я оценил, вот когда мульт берешь в руки именно, это вот реально держать, это вот мое... Продолжение руки просто вот. Держать намного удобней. Потому что вот, серьезно, катушка вот здесь сверху, вот вы можете видеть эргономику именно хвата, вот как все говорят... Там, знаешь, вот некоторые так держат пальцы здесь, некоторые... Ну, вообще советуют вот курок, типа у тебя указательный палец, это более правильно. Но зависит от того, у кого какая кисть, какая рука, кому как удобнее. Ну, я так взял, в принципе, хват интуитивный, да, сразу вот. Взял, удобно. Но я никаких не испытал, знаешь, отторгающих чувств, что ты вот там кастинг, там, фу, как некоторые там плюются. Это интересно, вот первично, это интересно попробовать вот что-то другое. Да. Ты берешь, бросать там, это отдельный разговор, я там как-то, ну, пробовал так, там, своим колхозным на 3/4, там, вот из-под себя намного удобнее бросать, чем я, как чем это мясом. Вот этот прием называется, когда приманка несколько раз от воды скиппинг. Отскакивает, да, скиппинг. Вот мясорубка это сделать, ну, вот,
ты кидаешь, это вот, ну, я не знаю, раз из семи у тебя получится, знаешь, а вот здесь это настолько вот классно под кусты подкидывать. Удобно, очень удобно. Я вот, ну, были там отрезки, я кидал в нашу группу ВКонтакте, где прям раскрутом. Вот они, прелести кастинга. Тема. С крутом. И знаете, в чем еще кроется опасность таких приемов вот этого скиппинга, как Ильич говорит, с безинерционкой? А я скажу, потому что другая конструкция колец, и могут быть перехлесты, и таким образом даже и палку можно сломать. А в кастинге говорят, что перехлестов вообще не бывает. То есть вот я сколько раз бросал? Ну, кстати, да. В комментариях. Это в комментариях я вычитал, это не свой опыт. А вот я сколько раз вот так пробовал. Ну, просто свист делаешь небольшой, и вот под кусты, знаешь, из-под себя бросаешь. Ни одного у меня перехлёста не случилось. Хотя, казалось бы, ну, там могло 100 раз намотаться. Вот, знаешь, как-то корявыми руками сделаешь. Ну, вот что, чтобы вы понимали насчет кастинга, у меня вот этот гриндер, и в конце июля или в конце августа прислали мне его. И, короче, он настолько мне понравился, и я отловил буквально им двое выходных щуку, и я просто влюбился в эту палку. Но потом я, блин, купил себе на день рождения уже джерк полностью. Комплект этот, катушку вот эту. И мне так было обидно, что у меня есть офигенная палка гриндер, вот твичевая, которая мне очень понравилась. И в то же время я понял, что я не могу после этой катушки переходить на мясорубку. То есть... Я просто не хотел на вот при ловле щуки на крупных там приманках просто твичить. Я просто не хотел мясорубку брать в руки. Ну, по поводу джерков-то понятно, там, ну, твичить-то условно можно и обычный. Не, ну это да, но просто вот ты вот реально ты настолько вот полностью твоя снасть становится полностью вот продолжением твоей руки. Вот ты чувствуешь. Каждый заброс раскручиваешь как надо. То есть, я не знаю, буквально две рыбалки мне понадобилось, чтобы вот, ну, кидать уже уверенно и метко куда-то. Не, я, кстати, вот катушка, это Тика Изи Каст. Здесь сколько, 4 там или 5 шаров, 6-3 передатка. Ну, такая, написано вот 101, ну, это, ну, 100-й размер, грубо говоря. И вот, ну, по хвату, вот, когда вот так что-то делаешь, я, конечно, не пробовал еще на воде, но просто вот, держа в руке кистью, ну, ощущаешь, что... Катушка, стоит сказать, довольно бюджетная, до 5000 рублей. 4500 она вроде стоит. И, в принципе, удобно. Можно, конечно, и с мясом то же самое проделывать, но как-то вот... Вот когда снизу подбрасываешь, я потренировался там на полянке, ну, это как-то намного удобнее, чем... Пока ты там скобу отгибаешь. Я, конечно, из-под себя там и бросаю, и той катушкой мне по барабану. Но вот первое, что я заметил, ну, в принципе, вообще другой. Мясорубка-то она так, знаешь, откинул. Да, и еще что на мясорубке, вот, чуть какие-то, я не знаю, веса больше 15 грамм уже, и ты вот на пальце это постоянно держишь, если ты хочешь куда-то кинуть... Ну, в холодное время года у тебя палец и так, ну, осенью он мокрый, мало того, еще тебе вот это больно, ну, сам этот шнур держать, когда он отстреливает. Здесь же, ну, принцип совершенно другой. Нет, вот удобнее чем, тем, что контролировать, да, как Ильич говорит, можно вот, ну, пальцем одним. То есть полетело, вы там видите, что перелетает. Пальцем стопорнули. Но в мясе... В принципе, ну я не знаю, у меня не часто такое происходит, когда я прям рукой останавливаю. Подкинул там как-то.
бывает. Плюс здесь нужно почувствовать первично, что именно вот, вот эта поступательная инерция, когда у тебя именно вот раскручивается. Я когда вышел покидать первый раз, я, ну, держал это в голове, что там я резкими... Но все равно не понимаешь. Ну, вот еще, да, не выработались привычки, рефлексы вот эти. Я пробовал таким гораздо, ну, уже полухлестким бросать. Перебежки были, но не то, что бороды. Это потом я уже там забрасывал. Ну вот у меня ошибка была, когда я поставил буквально на вторую рыбалку там нормальную рапалу за 1500. И в этот момент уже... я еще плетеночку купил потоньше. И такой думаю, сейчас как я ее... Сейчас я думаю, я уже все почувствовал, все уже знаю, как кидать. И вот сейчас думаю, тормоза вообще отпустился. И рапала просто с середины таким хлестким обрывчик, и улетела она тонущая. Ну вот против того говорят, типа вот там на безинерционке отстрелов не бывает, а здесь бывает. Но вот здесь, когда какие-то движения делаешь, да, вот просто у тебя одна рука свободна. Но потом, после вот этого, у меня ни одной потери приманки от отстрела не было. Еще что немаловажно в кастинге, я вот как посмотрел, у меня-то палка гриндер, она твичевая, она такая, ну, достаточно, это фаст коротыш, чтобы продергивать какие-то уже крупные воблеры хорошие, задавать анимацию. Но в кастинге еще разгоняет приманку самоудилище. Это не так, как мясорубки работают. Хотя мясорубки тоже бывает, когда кидаешь вот из-за головы, прям, бывает, ну, кинул и кинул, а когда прогружает именно вот середина поступательная и вышвыривает приманку, это другое. В кастинге это более важно. Вот я заметил. Потому что даже боковыми, вот я сколько видях там смотрел, когда и подраскручивают, включается от середины удилище и гонщик, и он сам выплевывает приманку. Но вот из-за головы это, ну, сложнее в кастинге дается кидать. То есть это вот, ну, вот нужно, да. Потому что боком это понятно, а вот из-за головы тут навык не побольше нужен, чтобы начать уже кидать. А так, в принципе, мне понравилось. Тормоза я особо не регулировал, у меня там на пятерку, на четверку стояло плюс-минус. Ну и осевик я там поджал, как в интернете мне советовали. Ну, в принципе, все. Я бы не сказал, что там каких-то титанических трудов, усилий и привыканий требует кастинг, в отличие от этой катушки. Ну, много людей ловят и тем, и тем. Нет прям таких, кто говорит, да, я там все в кастинг ушел, типа эти все продал, свои кофемолки и больше ловить не буду. В принципе, круто. Но это по щуке комплект такой. Вода упадет, я думаю, буду пробовать. Слушай, ну, конечно, тут единственное, что неудобно перематывать нитку, да и палки нету. С этой катушкой вполне можно было бы и попробовать что-нибудь лайтовое покидать там. Но на лайтовой палке грамм до 17, я думаю, тоже бы она пошла. Не, ну лайтовая, это она просто, понимаешь, я спросил, говорю, какую мне... катушку поставить под эту палку, насколько вот это потянет. И мне там знающие парни подсказали, говорят, ну, подунцовку тебе вполне хватит вот этого размера. То есть, ну, сюда, знаешь, насколько нужно потоньше шнур и вообще, ну, привыкнуть, чтобы легкие веса. Я вот бросал крэкджек 78, 10 грамм. Я пробовал, конечно, и более тяжелые бросать, но там у меня получается чебурашка. Из-за вот этих раскрутов я боялся по бланку ударить, и я ее снял. Ну, вот как по мне, я не знаю, если в плане шнура в кастинге в чем еще плюс, что в принципе шнур можно относительно любой ставить. Толстый, да. Вот, ты вот у меня вообще, я взялся на джерки этот из Китая восьмижилку рублей за 600, наверное. Ну, меня полностью устраивает и все, и дальность полета. То есть я вообще не вижу смысла покупать ту же восьмижилку за 3000 какую-то, ну, я не знаю, с онлайн или еще что-то. Нет, я просто сюда-то я, понятное дело, поставил попробовать именно. А так, ну, таких у меня претензий, у меня даже мысли не было, чтобы сюда, знаешь, какую-то крутую восьмижилку за 3000 поставить. Потому что, во-первых, я нуб, я полный нуб. Я в стадии вообще освоения и понимания снасти в целом. А шнур испоганить... жалко, тем более такой хороший шнур. Куда потом он уйдет? Там может быть нормальная борода, я его вообще не распутаю, придется резать. Ну вот, кстати, кто-то писал, что, мол, борода легко распутывается. Когда я эту рапалу отстрелил первый вот раз, я сидел в лодке тогда, наверное, часа полтора я ножиком ковырял. Потому что у меня
Шнур, да, он вроде легко, но он у меня впился между витков почти до середины. Короче, я пол шнура все равно срезал. Даже вот я так же срезал. Катушки. Получается, ты начинаешь тянуть, а он зажимается. Да, еще он под те витки зажимает, и ты пока сверху их не разрежешь, у тебя ничего не происходит. Так же и я делал. Ну так тут шнур там за 250 рублей. Да. А когда у тебя хороший шнур стоит, и ты его просто разрежешь и выкинешь, ну это жалко. Еще, кстати, флюр. Советовали некоторые поставить флюр. У тебя не было мысли? Я как-то смотрел тоже из Китая, хотел заказать этот флюр. Но что-то то я размоток не находил более-менее нормальных. И я забил, и купил, не знаю, плетенку, и хрен с ней. Так что у меня такие мысли. Ну, а что касается палки, вот реально, до 10 она стоит 8-10, наверное. Ну, сейчас, раньше 8. Сейчас подорожало, 10. Да, вот присмотритесь. Она очень легкая, она очень звонкая. Так, она, блин, не знаю, вот просто сходите в магазин, потрясите, она классная, вот действительно, для этой цены. Кстати, мне очень да, понравилось. В комментариях, помню, нам кто-то писал еще в древних видео, когда год назад или сколько снимали, типа там хворост, вот однотипные палки. Косметически, и вот подгонка, насколько точная, могут более... крупные бренды и компании позавидовать. Я вот не буду называть, я просто вот видел, где цена удилищ приближается, аналогичных плюс-минус, такие огрехи, щели вот есть. Здесь какие-то задиры. Ну тут смотришь, вот подгонка, пробки этих колец, но она скажем вообще крутая. Скажем так, есть бренды более именитые, у которых спиннинги приближаются там к 10 и выше, а качество сборки примерно как у Nautilus за 3000. Вот подгонка деталей ну, такая, а вот здесь ну просто все аккуратненько, ну не придраться. Не, мне нравится, мне очень нравится. Еще вот есть у них Bastard линейка. У меня она есть в безинерционном исполнении тоже. Но я мало ловил, но она сухая такая, звонкая. На 80-х воблерах чувствуется там травы любое прикосновение вообще. За 4500 это просто подарок. А так гриндер. Но это у меня 69-й, он есть и покороче вроде, помладше. Прикольно. Да, моделей у Nautilus хватает. В принципе, вот. Реально, под все, что можно, вы у них найдете. Щуку буду выдирать. Ну что, давай катушку, может, покажем детальней. Так мы уже показали. Крупным планом сейчас снимем, там покажем. Смазки. Смазки. В комментариях люди писали, что там вот, чтобы освоить мульт, нужно купить хороший мульт, дорогой. Я взял себе, какой есть, чтобы понять именно принцип. Простенький, все здесь. Осевик я подрегулировал. Тормоза в зависимости от веса я там подкручивал, но в основном у меня на пятерку стояло, плюс-минус, я особо не заморачивался. Чтобы принцип понять, зачем мне какие-то там суперкрутые тормоза. Еще плюс вот в мультах пишут, типа вот в зависимости от веса мне надо постоянно регулировать, ну, тормоза. Типа большой вес или маленький, и ветер еще. Ну, фрикцион-то регулируют все, когда, например, рыба клюнула, и никто не говорит об этом, что вот там плюс-минус мне надо вот эту шайбу крутить. Ну, это так, если быть объективным. А так, в принципе, без разницы. Свою функцию она выполняет, все крутится. Кстати, вот кнобы прикольные мне понравились. Такие они вот не то, что как у Дайва, не знаю, конечно, как и что. Ну, они как вот по эргономике такие ухватистые. Такие прорезиненные, приятные на ощупь. Ну, по поводу тормозов, я для себя какие-то средние значения выбрал и все. Ну да, ну, знаешь, некоторые вот там начинают писать, вот, что мне заморачиваться, я там вот, без инерционкой бросаю, типа, ловлю. Ну, например, ты понимаешь, что один раз закинул, понимаешь, что тебе там нужно прибавить, да, либо убрать наоборот. Ну, взял, подкрутил. Ну, это, я думаю, просто придет с опытом. Вот и все. Нет с этим никаких проблем. Короче, ладно. Так что это такие мои мысли по поводу кастинга. Вода сойдет, будем пробовать ловить щуку, выдергивать. Ну вот еще плюс кастинга, что ты можешь удилищем прям форсировать сразу.
без фрикциона. Фрикцион подтянул там туда-сюда и выволакивать ее. Так что, парни, это первые были мои впечатления касаемо кастинга. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Советы какие-то, может, замечания. Всем пока!